Святыни, приносящие прибыль. Как из Советского Союза нелегально вывозили иконы? В 90-е годы вообще границы как таковой практически не было. Тогда, конечно, этот поток просто стал катастрофическим. По официальным данным, в розыске числилось 35 тысяч икон. На какие ухищрения шли преступники в погоне за наживой? Брали канистру, разрезали, клали туда икону, потом запаивали, а оставшееся пространство заливали бензин. Большая храмовая икона не помещалась в чемодан, но довольно много икон, тем не менее, было распилено. В нашем уникальном эксперименте мы попытаемся установить подлинность и определить возраст икон. Свои живописи проходят в каркелюрную сетку. Если через нее проходит красочный слой, значит, понятно, что это поновление, которое было сделано позже. И расскажем, как устроен бизнес на образах. Кому на Западе понадобились православные реликвии? Улика из прошлого. Во вторник. В 20:25.